Цианея. Крупная морская медуза из класса сцифоидных. Края зонтика в виде 16 лопастей. Щупальца собраны в 8 пучков. Ротовые лопасти складчатые и очень широкие. Окраска цианеи очень яркая. Зонтик желтовато-красный, ротовые лопасти малиновые, а щупальца розовые. Диаметр зонтика от нескольких сантиметров до 2 метров, а щупальца в вытянутом состоянии достигают 30 метров. На щупальцах имеются стрекательные клетки, выполняющие функции нападения и защиты. Цианея – хищник, питается планктоном и другими медузами. Как все сцифоидные, данная медуза в своем жизненном цикле проходит 2 стадии. Стадию медузы, для которой характерно половое размножение. На этой стадии самка медузы рождает личинки-планулы. Затем наступает стадия полипа. Личинка преобразуется в сцифистому, прикрепляется ко дну и может размножаться почкованием. Весной из сцифистомы формируются эфиры – личинки медуз, превращающиеся летом во взрослых медуз. Цианея распространена в северных частях Атлантического и Тихого океанов, в Балтийском море, Северном Ледовитом океане и его морях. Арктическая цианея – самая крупная медуза.